У нас работает Петр. Он будет делать наш бэк-ярд. В общем, за работу и за материал цена $3000. Мы пока поубирали все детские карусели, горки, оставили только батут. Но, в общем, здесь будет все меняться, абсолютно все. Вы потом увидите. Я, наверное, буду постепенно снимать, что у нас будет меняться и как. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Так, продолжаю свое видео о нашем бэк-ярде. Это уже второй день. Привез какой-то трактор, вон у него на прицепе. Семечек, что это? Что там дядя делает? Это твой! Это двагила! Так, так подлинно твой! Дядя равняет там нам землю. Это дым просто! Видишь? Работка потихонечку продвигается у нас, но пошел дождь, и Петр оставил вот этот тракторец, оставил вот те деревянные брусья, это он купил новые, чтобы потом детскую площадку как бы огородить. Этот участок будет под детскую площадку. Карусель в гараже стоит пока. Пойдем карусель. Пойдем карусель вытаскивать? Но дядя еще не закончил здесь работы. Сережа, мой муж, приехал, тоже занят своими делами, там, на своей работе. Сейчас вечером подъехал только посмотреть, как дела идут. Думаем, куда этот домик, или оставить его на том месте, или перенесем в какое-то другое место. Этот батут занял весь плейграунд. Он такой огроменный. А у нас еще карусель. Как бы не пришлось его сложить. Хотя дети очень любят на нем прыгать. Я даже не знаю, как теперь его. Друзья, ну вот и наш новый бэк-ярд. В общем, все стало супер красиво. Такая зеленая полянка получилась. Поливалочки поставил Петя на другое место.
отрегулировал все как надо. Очень классно получилось.